Всем привет, с вами Миха и Андрюха. Всем привет. Зимний выпуск, такой случайный. К нам приехал новый каяк от Tahimarine, композит. Эта моделька называется Wind 585. Мы сейчас быстро покажем вам, как она выглядит. Ну и так расскажем характеристики ее. Вот, очень интересный каяк. Интересный цвет, по просьбе заказчика он был усилен, там по всему дну проходит кевларовая такая лента и, ну, промазанная такая. Эта моделька, вот Wind 585, значит, 585 это длина в сантиметрах, 54 ширина этой модельки, весить она может. Так как это все производится вручную, и где-то там больше смолы, где-то меньше смолы, от 24 до 26 килограмм. И грузоподъемность этого каяка 160 килограмм. Это не так много, конечно, но каяк достаточно объемный. Имеется три отдельных герметичных отсека. Вот. Ну и начнем с носа каяка, то есть это вот стандартная классическая рукоятка для компании Tahimarine. Значит, выполнена вот так вот. Здесь она натянута резиновой стропочкой, чтобы она не болталась, вот, по каяку не долбила. То есть достаточно все удобно. Дальше по всему каяку от носа до гребца и спереди, и на носу, и на корме проходит стропа, ну, такая не тянущаяся, жесткая. Первый лючок. Лючки очень хорошие, то есть они в мороз, сейчас вот у нас минус 15, свободно открываются, свободно закрываются. Дно также усилено, видно, надеюсь, вам, да, вот тот материал. Смотрите, да, то есть вот все просто, на таком морозе вот спокойно он оделся. Здесь резиново-эластичная обвязка, ну, для вещей обычно сюда убирают запаску. Весло. Здесь вот то же самое. Небольшой лючок для мелочей. Так, закрыли. Вот. Это кармашек такой, то есть перед гребцом. Он не неопреновый, как в Сибёрдах, он композитный. То есть, да, здесь вот композитный такой карман, и изнутри он проложен пеночкой, то есть мягкая пеночка такая. Вот, все закрывается крышкой. Посадочное место гребца, ну, тоже достаточно удобное, много регулировок, спинку можно отрегулировать под себя, то есть вот видите, да, сколько ее можно вверх вниз опустить, но не намного. Спинка сама по себе широкая, видите, да? Вот, и она на такой вот пластиковой, на таком пластиковом креплении. Значит, педали тоже не совсем обычные. Сейчас объясню, как ими управлять. На этом каяке предусмотрен и руль, и скек. Значит, рулится. Ну, здесь просто сам руль вот убран. Это для транспортировки. Такое вот перышко. Это руль. Значит, рулится этот каяк сверху на педали. То есть вот видите, да, педали, и верхняя вот эта педалька, нижняя остается на месте, а вот верхней педалькой вы подруливаете. То есть пятка у вас сама на месте. Но это вот как вот педаль газа получается. То есть у вас сама нога на месте получается, а ну, рулите мысками. То есть вот так вот нажимаем. За гребцом, ну, здесь сразу идет перегородка для заднего герметичного отсека. То есть сюда, ну, какое-то количество вещей можно положить, ну, прям вот что-то самое необходимое. Может, какую-то там, какую-то одежду, может, куртку, ну, такую непромокаемую в случае дождя. Значит, задний отсек сразу за отсеком гребца.
небольшой лючок в районе 15 сантиметров. Ну и вот для самых необходимых вещей. Также вот в случае, ну там быстро достать, там то тот же фотоаппарат, еще что-то. Ну, не особо большой, потому что большой фотоаппарат сюда не влезет. Также эластичная обвязка. Вот эта история пока мы не знаем, для чего нужна такая скоба. Кто знает, можете написать. Будем признательны. И задний отсек. Задний отсек достаточно объемный, большой. Единственное, в корме у него немножко крадет место вот эта ниша под скек. Ну, здесь все равно там в бутылках что-то можно запихнуть. Те же трупы, если у вас экспедиция. Задняя транспортировочная ручка. Она уже не на резиновой эластичной обвязке, а так. Ну, собственно, она не особо сильно болтается. Вот. Поднимать, опускать руль. Веревочка. Ну, сейчас руля, естественно, нет, он убран. Транспортировочное положение у него. Значит, поднимать, опускать руль. Вот эта вот система. Подняли, зафиксировали, открыли, он опустился. Все достаточно просто. Скек с правой стороны от грибка. Здесь вот ручка. Ход у него небольшой, но достаточно плавный. Сейчас Михаил покажет. Ну вот как-то так. Достаточно красивая моделька в композите. Ну вот, ну и собственно так вот попробовать на вес, да? Ну, то есть вы ее совершенно спокойно можете загрузить самостоятельно там на крышу, либо так и перенести. Ну, она кладется на плечо, и вы пошли. Ну, то есть, ну, как бы 20, ну, в среднем, скажем, да, 25 килограмм. Ну, это не такая большая масса для столь габаритного каяка. Вы спокойно передвигаетесь. Ну, и заодно вот форму дна. Шикарный каяк. Сразу, скорее всего, не все к этому приходят. Начинают в любом случае с полиэтилена. Но чаще всего заканчивается вот такого плана каяками. Вот, это одна из серий компании Tahamarine. У них очень много каяков композитных. То есть этот каяк привозился под заказ. Ну и, собственно, любой каяк от компании Tahamarine возможно заказать, и мы его привезем. Ну, такой вот краткий обзор каяка Tahamarine. Тестировать мы его не будем. Надеюсь, понятно, да? Вон наша речка, на которой проходят все тесты. Она немножко замерзла. Вот. Ну и, собственно, сам каяк, он был под заказ, поэтому мы не будем его испытывать. Вот. С вами были Миха и Андрюха. Всем пока, до скорых встреч. Ставьте лайки, не забывайте. Все.